Думаешь, я не способен на эту хрень? Да? Ого, у тебя неплохо получается, Терри. Я люблю тебя, Франсин. Я и не знал, что ты танцевать умеешь. Мы в детстве научились этим движениям, чтобы над балерунами прикалываться, ясно? Ты для этого научился так танцевать? Да, для этого. Не лезь в мою личную жизнь, ясно? Мне второй пилот не требуется. Кофейный столик, смешанная техника. 500 тысяч долларов? Он умеет читать, мои поздравления. Что? Простите, вы вообще по адресу попали? А он... Ладно. Терри. Терри. Что ты тут делаешь? Я хочу быть с тобой. Нет, Терри, это невозможно. Ты ведь знаешь, что должна скакать на мне верхом по просторам Покнеса. А вместо этого ты торгуешь обшарпанными кофейными столиками. Это же ерунда. Терри, это подлинный Хезер Фил Джеймсон. Хаос кофейного столика. Он изображает наше изломанное эго. Думаешь, я не умею гнать пургу? Этот кофейный столик отображает не эго, а шаткое ощущение человеческой общности перед лицом обусловленной капитализмом изоляции. Похоже на работы Синди Шерман или Фрэнка Стеллы. Откуда такие познания? Я учился в школе дизайна, чтобы уметь поставить на место горе художников у нас в округе.